я Эльчин Мамедов, ученик 9 класса школы Ландау. Учусь я тут уже второй год, и я здесь не случайно. В этой школе уже третий год учится моя сестра. Родители сделали вывод, что в этой школе учебное время посвящается только учебе, и уроки проводятся на высшем уровне. Я был рад при поступлении в эту школу, потому что в этой школе я приобрел много друзей. И, во-вторых, в этой школе уделяется огромное внимание таким предметам, как математика, а это предмет, который я люблю, физика, химия, а также иностранным предметам, таким как английский, французский и немецкий. Я был удивлен отношением учителей к ученикам. В этой школе абсолютно психологический комфорт и доброжелательность. Здесь демократия и уважение к ученикам. Директор школы Ефим Петрович создает легкую и дружескую атмосферу. Я знаю, что я в надежных руках. Ежемесячно в этой школе проводятся мониторинги, которые держат нас в тонусе и позволяют нам оценить наши знания. Здесь высококвалифицированные, понимающие, строгие учителя. Благодаря им я открыл новый интерес к многим наукам. Родители могут в любое время связаться с любым учителем. Здесь систематически проводят родительские собрания, то есть встречи с учителями. В школе особое внимание уделяет республиканским международным олимпиадам. Наша школа неоднократно добивалась больших успехов на международных олимпиадах. Энергичный ритм школы – отличительная черта. В этой школе проводятся различные выставки, ярмарки, проводятся интеллектуальные игры, ставятся спектакли. Я думаю, что на летних каникулах будут ждать встречи со школой.